год только начался, в финансовом ведомстве уже подводят первые итоги исполнения казны в минувшем месяце. Результаты губернатору Сергею Морозову доложила министр финансов Екатерина Буцкая. В целом доходы консолидированного бюджета составили более 3 миллиардов рублей. Дополнительно поступил 241 миллион рублей. В муниципальном образовании постарались. 576 миллионов собрано именно бюджетом муниципальных образований. И им тоже удалось плану собрать плюсом 74 миллиона, а к уровню прошлого года плюсом собрать 34 миллиона рублей. При этом нужно сказать, что все муниципальные образования выполнили и перевыполнили план. Что касается областного бюджета, то налоговые и неналоговые поступления за январь составили почти 3 миллиарда рублей. Наибольшее поступление в казну обеспечили налог на прибыль организаций, налог на доходы физлиц и акцизы на алкоголь. Финансовую помощь региону оказал и федеральный центр, направив в региональный бюджет 321 миллионов рублей. По мнению экспертов, несмотря на то, что январь месяц сложный, расходы выполнены в полном объеме и даже имеют положительную динамику. Расходы увеличили в январе месяце увеличились на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И следует отметить, что доходы в январе увеличились только на 3 с небольшим процента, а расходную часть, в общем-то, мы видим, Министерство финансов выполняет в полной мере. С учетом всех доходных источников, почти 90% от суммы направлено на выплату зарплат бюджетникам и социальную поддержку населения. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.